ДЛ приглашает ВНГ приехать в СНМ на должность там его ждет ДБ. Кажется, какая-то абракадабра, но такими сокращениями писали письма в прошлом веке. Расшифровывать их краеведу Елене Сергеевой пришлось почти 3 года, чтобы собрать около 200 архивных фотографий. Старые письма и раннее творчество для книги «Шорохи прошлого» о семье Янковских пришлось лететь на берега Калифорнии к потомку основателей рода Ору Чистякову Янковскому. Теперь Ор Петрович и сам приехал во Владивосток специально на презентацию семейного сокровища. Это будет, так сказать, женская часть семьи, это значит моя бабушка Маргарита Михайловна, моя мать Виктория Юрьевна, до известной степени Муза Юрьевна и ее сестра. И в общем на этом пришло еще там кое-какие ранние литературные их произведения. И на этом пришлось закончиться, уже было 600 чем-то страниц. На презентацию приехал еще один правнук, уже из Петербурга, Павел Бордовский. Родные края вспоминали тепло, раздавали автографы, делились событиями из жизни, показывали черно-белые снимки, которые годами хранились в личных архивах. Одну из ценных частей архива Янковских, большого архива Янковских, будет передавать приморскому филиалу Русского географического общества. Ну, принято такое решение. Фотографии, документы, рукописи. Долго работали над дизайном книги, продумывали каждую деталь. Уместить такую богатую историю в один том – задача непростая, но нужная. Семья Янковских, по словам гостей, известна на Дальнем Востоке не меньше, чем семья Бриннеров. Я коренной житель Владивостока и много слышала о Янковских, поэтому хоть и не была там ни разу на съемке, но просто мне интересно сам факт существования и Бриннеров, и Янковских. Мне кажется, интерес к истории не зависит от возраста, и историю таких семей, как Янковские, как Бриннеры и многие другие, которые стояли в основании Дальнего Востока и Приморья, все обязательно должны знать. Полуостров Янковского, да, это первое, что привлекает внимание. А затем, как бы, это не первая уже книга, я читаю, интересуюсь. Семья Янковских – это один из брендов нашего региона Приморья и, наверное, Дальнего Востока в целом. Говорят, семья Янковских была очень пишущей, поэтому «Шорохи прошлого» уже третья по счету книга знаменитого рода и, по всей видимости, не последняя. Ольга Продан, Андрей Макаров, новости на Восьмом.